Всем привет! Сегодня я буду чудить с мотором от стиралки. Вам предлагаю на все это чудо посмотреть. Погнали! Для основного механизма из фанеры все готово. Собираю в кучу, проверяю на работоспособность. Так, с мотором разобрался. Остался еще один механизм, который будет работать с помощью подшипников. Thank you.
Нет, свою идею я точно никому не рекомендую делать, потому что надо быть отчаянным, чтобы это придумать. Все готово. Начинаю собирать. Первый запуск. Главное, чтобы ничего не отлетело, ничего не прилетело. Запускаем. Не, на самом деле, на мой взгляд, достойный вариант, чтобы сделать что-то более конкретное. Тема рабочая, все режет, все шинкует, вы сами видели. Короче, получилось очень круто. Если понравился видосик, подписываемся, ставим лайки. Всем пока-пока.